Я думаю, что абсолютно ни для кого не секрет, что успехом любого сбора является некая формула. Ну, во-первых, разумеется, ежедневные тренировки, которые рассчитаны высококлассными штатными специалистами в индивидуальном и командном формате, помноженные на режим, разумеется, включающий правильное питание. Вот о правильном питании мы сегодня поговорим. Мы идем обедать. Федя, мы снимаем тебя. Зачем? Как ты всех уже задолбал? Не ври, не ври. И мимо камеры прошел такой. Как ты всех задолбал? Слушай, здесь ты стал. Федя, самый запоминающийся матч в составе Краснодара. Можешь вспомнить? Вот прям вот тот матч, который ты прям быстро вспомнил, это тот самый. Кубань. Против Кубани? Да, 3-2, когда выиграли, 2-0 уступая по ходу игры. Мы уступали по ходу встречи 2-0 и победили на 86-й минуте. Вот это было круто, я помню. Хочешь, чтобы вернулось дерби? Хочешь, чтобы Кубань снова? Да, 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 это будет круто. Что нужно кушать обязательно, чтобы быть таким же высоким, красивым, как Дэвид Бекхэм? Я не знаю, что там в Англии едят у них. Ну, игровой день без спагетти, да и вообще, наверное, каждый день. Я ем, да, пасту каждый день. Андрюх. Я ем. Андрюх. Я ем. Андрюша, Андрюш, попроси Стаса дать нам интервью. Андрюх, что нужно есть, чтобы быть таким же высоким, стройным? Морковку. Мытую? В детстве. Керринг. Как? Керринг. Керринг? Виктор, сори. What are you Russian herring? Russian herring. Herring. Fish. 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 Herring. Селедка. Селедка. Вы меня подставили. Herring. Селедка. Как сказать? I don't know. Зачем ты это снимаешь? Сейчас подумай, что я не знаю языка. Herring – это не селедка. Судя по всему. Как, какое блюдо? Не волнуйся, иди. А какое блюдо? Трясись. Отстань, ты пристал ко мне. Сейчас, секундочку. Самобытный питерский юмор. Сереж. А какое блюдо добавляет тебе настроение? После какого блюда ты счастлив? Супчик. После борща. После борща? Прекрасно. Ну, ты на Дальнем Востоке жил, ты же ел наверняка вот эти все морепродукты. Да. Прям вот так ловил и свежак, да? Ну, бывало так, ежики ел. Ежиков ел? Объясним, что ежики морские имелись в виду, правильно? Морские, королевские. Но ты же их чистил, ты же не сразу тоже? Ну, хотя вижу шрамы. Попилил, съел. Блюдо, которое ты себе позволяешь крайне редко, потому что оно вкусное, но не полезное. Это любые сладости. Наверное. А, сладости, десерт. Я видел, что ты позволяешь себе. Но это не надо показывать, потому что вдруг доктор увидит. Тебе не дают кушать, что ли? Дают. Ты же самый маленький в команде. Не, я много ем, наоборот. Правда? Да. У Миши очень сильный удар. Просто, как говорят в футболе, пушка. Я не тренировал. Не тренировал? That's just like, I'm born with it, so... То есть ты родился с этим, да? Ты... Да, я родился с этим. Что нужно кушать, чтобы быть таким же высоким, сильным и выносливым? Надо у моей мамы спросить, чем она меня в детстве кормила. То есть ты прямо с детства такой? Ну, получается так. То есть ты вот так не проснулся жирным и не подумал, мне нужен челлендж, я должен стать мощным? Нет, это генетика. Говорят, внимание, что в Уругвае фирменным блюдом является морская свинка. Что это? Что это, для куша? Да. Нет? Наговаривают? Нет. Эквадор, Рамирес. А, в Эквадоре, да, такое? Да, да, да. Там едят такое? Да. И а Колумбия, ты ел? Я думал, тоже. И в Колумбии? Да. Ну, и в Уругвае нет, мы не кушаем это. А ты бы поел, если бы тебя угостили? Спроси Рамирес, он знает. Сказать? Ну. Даже несмотря на то, что тебе, может быть, не повезло с генетикой. А, это я тебе сейчас говорю, Коль. Все, занимайся спортом, кушай все. Не забывай про спагетти, курицу и овощи. Крупно сделай. Крупно. Смотри, сколько макаронов много. Не макароны. Все едят макароны в огромном количестве. В принципе, это недорого кормить футболиста. Просто много макарон, иногда банан. Ну а для полного счастья тарелочка борща. А по фирменному рецепту Виктора Классена, пусть в борще плавает еще парочка пельмешек. Хуже не будет, это точно.